С добрым утром, малыши! Хрюшев летит к вам с новым рецептом. Хрюш, скорость нормальная? Да. Или, может быть, немножко прибавить? Нет, не надо. Нам пора приземляться. И начинать нашу программу. Ребят, не удивляйтесь, просто Хрюша у нас большой выдумщик. Я ему рассказала про название блюда. А я сразу решил, что оно дает способность летать всем, кто его попробует. Объясняем. Сегодня мы будем готовить балаваны. Это традиционная закуска из Франции. В переводе означает «полет на ветру». Да, приготовим, а потом как полетим? Хрюш, ну хватит шутить, мы так ничего не успеем. Тебе не идет быть серьезной. Давай, глубокий выдох и улыбнуться. Вот-вот, совсем другое дело. Ну, сама же говоришь, что самое главное в любом рецепте – это хорошее настроение. Точно, без него не обойтись. Франция по праву заслужила славу законодательницы кулинарного искусства. Во французской кухне почти не используют молочные продукты. Исключение составляет нежный любимый французский сыр, непопулярные у французов и крупы. Жители страны предпочитают свежие овощи. Например, блюда из шпината, баклажанов, фасоли, томатов, артишоков, спаржи и лука-порея. К особенностям французской кухни можно отнести использование нежирных сортов мяса – баранины, телятины, курицы и дичи. Почетное место в меню отводится морепродуктам и блюдам из рыбы. Чтобы приготовить балаваны, будет необходимо следующее. Слоеное тесто, консервированная рыба, например, горбуша, сельдерей, сливочный сыр, одно яйцо, немного муки и свежей зелени для финальной подачи. А нельзя поменять рыбу и сельдерей на шоколад? Можно, но в следующий раз. Сначала хочется показать, как делаются классические балаваны, а у них всегда не сладкая начинка. Понятно. Вопросов больше нет. Спасибо. Первым делом нужно раскатать тесто и вырезать из него круги и колечки. Сделать это можно с помощью стаканов, чашек разного размера, либо с помощью специальных формочек. И сейчас мы буквально вам на одном примере покажем, что имеется в виду. Разного размера? Я думала, что надо все время одинакового. Нет, ну, колечко должно быть меньше, чем нижний круг. Вот, смотрите. Сначала вырезаем круг. Так. Рядом точно такой же. Так. А теперь с помощью формочки поменьше вырезаем колечко. Вот оно, видишь? И аккуратно переносим его на кружочек из теста. Вот. Чем больше колечек вы положите на нижний круг, тем выше будет ваш готовый балаван. Вот, все, получилось. То есть колечки надо сложить башенкой? Правильно? Да, сравнение очень верное. А затем готовые балаваны нужно аккуратно перенести на противень. Лучше застелить его бумагой для выпечки. Вот так. Смазать яйцом и отправить в предварительно разогретую духовку. А, и пока они там себе будут готовиться, сделать начинку из консервированной рыбы, сельдерея и сливочного сыра, просто смешав все в блендере. Соль, перец, это что, не надо, что ли? По желанию. Мне лично кажется, что в любых консервах уже и так достаточно специй. Ну да, да. Так, все, продолжаем лепить наши балаваны. Так, делаем следующий. Балаваны – это слово французское, и дословно на русский язык переводится как «полет
на ветру. Балаваны представляют собой своего рода колодцы или башенки из слоеного теста с несладкой начинкой или без нее. В качестве начинки можно использовать мясо, рыбу, овощи, грибы и их сочетание. Что касается размеров балаванов, то их диаметр колеблется от 4 аж до 20 сантиметров. Балаваны готовы. Остается только наполнить их рыбной начинкой. Удобнее всего это сделать с помощью кондитерского мешка. Тогда все получится быстро и красиво. И в самом конце можно украсить балаваны зеленью. Ну, мы так точно сделаем, а вы решайте сами. Да. Поехали. Да. Сначала раскатайте тесто и вырежьте из него круги и колечки. Первый круг – это основа для балавана, а следующее колечко – это его верхняя часть. После этого все собранные балаваны перенесите на противень, застелив его бумагой для выпечки. Затем смажьте балаваны яйцом и отправьте в предварительно разогретую духовку. И пока они будут готовиться, сделайте начинку. Для этого соедините с помощью блендера горбушу, сельдерей и сливочный сыр. Когда балаваны будут готовы, наполните их рыбной начинкой. И в самом конце можно украсить балаваны зеленью. Красавцы! Да, стоило постараться. Ну что, налетаем и попробуем? Только сначала попрощаемся с нашими зрителями. Ну это само собой. Ребята, спасибо за компанию. Готовить с вами вместе одно удовольствие. Обязательно присоединяйтесь к нам в следующий раз. Будет еще вкуснее. Пока-пока.